Ой, хорошо. Ну что вы думаете? Я нечаянно выключила эфир. Ой, вообще. От лошара, боже мой. Выключила нечаянно трансляцию вместо этих мужиков. Уже 60 тысяч там у меня было. Лайков. Ну ладно, сейчас заново наберем. На одну кнопку нажала. От мандавоха. 60 тысяч было лайков. Бляха-муха. Такой удачный эфир. Ну ладно. Это ужас. Сейчас сделаем. Так жалко. Я ем последнее, у меня осталось моши. Так и добрые девочки. Ну, делаем. 60 тысяч лайков было. Ёп, студия. Ну что, классно я батл веду? Вы в погадательном? Хотите, погадаю. Да. А він каже, бачишь, вы что, занимаетесь спортом? Бачишь, мужчины заметили. Не. Колдуй баба, колдуй дед. Сбоя сбоку наших нет. Туз трифовый, туз бубновый. Про стрельца мне дай ответ. Привет, Влад. В украинские крамниці в Канаде. Дава, як вони баби ходили, дава в узел. Колдуй баба, колдуй дед. Двое сбоку наших нет. Не, яку пісню заспівать? Ой, там на горі. Ой, там на... Супер. Ой, там сиділа, як баби, бабушки. Вот. Так. Ага. Ага. Ласка. Салам алейкум. Ага. Що ти кажеш? Що ти балакаєш, я не чую. Що ти балакаєш? Ану. Ану. Га? Що попало? Не чую нічого. Та громче кажи. Та що я глуха? Нічого я не глуха. Разговариваю внятно, ага. Я не понимаю тебя. С ним разговаривать, вин.
як баба казала, сейчас изображу. Мою прабабу. Сейчас изображу. Кто там пришел? Алла, це ты? Заходь, заходь. Боже, ты шо у цих штанях їхала в автобусі? Шо це? Батькові спідні чи шо? О, Боже, та хоть би не позорилась, як спідня білизна. Батькові видали на роботі, шо вообще грошей нема. Хай Бог милує, хай Бог милує і сохраняє. Навіки вічні. Боже, мухи позасирали. Та йдіть, гади, позасирали. Оце ж Америка ваша все. Америка. Дивіться того Клінтора. Все його копіруєте. Українська треба. Платтячко наділа б якусь. Сукню гарну. Повний шихванер. Он у горошок я шила у 55-му році. Ну, бери й носи. Пальто в мене хороше, зелене, з цигейковим воротником. Ну, чого не носить? Понадівали. Спина гола, усе гола. Як ви рожать будете? Ой, Америка все, Америка ваша. Дивіться, дивіться. Вони там хто на що роблять? Он дивлюсь у новостях. Клінтер ваш. Кажу, Алла, забирай моє зелене пальто з цигейковим воротником. Забирай. Ну, хороше ж пальто, тепленьке, довгеньке. Нє, як приїде у той куртки пов спини голе, страшне, страшне. Дивиться не можна, на цей непотріб. То в батькову сподням приїде, то юбку коротку. Куди ти наділа ту юбку? Тебе жопа видно. Хто тебе заміж візьме таку? Ніхто не візьме заміж, ніхто. Хлопці люблять скромних дівчат, а не то, що ви понадіваєте і ходите. Ой, я не можу. Чоботи хороші лежать. Чоботи в мене гарні. Це я в 45-му годі, німець мертвий лежав, я зняла шинель і однесла мастеру, шив мені чоботи. Дуже гарні, ну бери носи. Що то виносите? Що то виносите? Гарні чоботи. Я їх почти не носила, я їх одівала 3 рази. Он бабина Марусі не плаття висять. Це ж вона як пошила в 65-му році, а потім як заболіла, заболіла, заболіла і не носа. І все. Ой, та що це, Боже, позасирали мухи. І серуть на очки. Ідіть, гади, щоб ви повиздихали. Шарк, що ти хочеш? Я тебе вже кормила. Тільки би жерли цілий день. Як курей покрали, так ніхто не гавкав. За що я вас кормлю? Даніс побачив, як вони тут... Кинуть. Боже, це не надо. Мати бачила, що ти вбиралася, а у баби ще тухне. На картах, там може на картах. Зараз. У мене в неділя вільна. Зараз. Мені треба
Со стола убрать це гадалки на підходи з китайської їди, часи гармін. Іншуренс за машину. Я не за мене бабці так зав. Буде класне відео. Зараз зроблю сьогодні, обрежу, да? А ви лайкайте його, ладно? Полайкайте мені відео, напишіть коментарі. Блять, як вони їх носили, ці хустки, так давав кадик в узел, що просто ужас. Так, Кеша. Так, а ви донатьте. Нечего сидеть, як істукан. У вас є таке свідоцтво про народження? СССР. СРСР. СРУСР. Вже нету. А як це нету? Свідоцтво про народження всю жизнь же должно бути. Надо посчитать карты. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Чогось 38 мене, ну ладно. Це як можна зустрічатися з мужчинами, як я така дурочка? От представте, понравлюсь я мужчині, я на свиданні романтична, нарядна, скромна. А тут раз і я попадаюсь йому в тіктоки, скажу, що за йобнута. Господи. Як лічну життя устроїть? Ніяк. Буду з вами до кінця віку. Ой, в мене ж сережки, ну сережки. Боже, я правда на свою бабу похожа. Это вообще внешне страшная копия. Старею вообще. Я на одну бабу похожа отак, а на другу нище. Оце дивлюсь на улыбку, на зуби точно. Оце як баба, що я її копірувала, точно. А на втору бабу вверх. Ну що, перше погадати. Так, тільки лайк, это, даримо ці пончики. За одно гадання один пончик. Просто так не буду вам енергію розпаляти. Кеша, кажи всю правду. Все, спасибо, спасибо, Каті. А я такая, що гадати? Каті за всіх от... Каті, ти за всіх отдулася. Давайте, вопросики. Какая у меня будет профессия в будущем? Я не знаю, что карты скажут. Профессия будет у тебя связана с королем. Замуж ты выйдешь. За мужиком будешь вхаживать. За двумя. С мужиками. Сейчас третью гляну. Будешь ты среди мужчин. Не надо на плавание завтра сдать, да? Сейчас скажем. Сдаст ли Кати на плавание? Хорошие разговоры будут. Интересуйся ты. Дорожка. Ну да, сдашь, все красно. Хочу встретить хорошего мужчину. Марго. Сейчас посмотрим. Вот я якась карта перевернулась тебе. Не, ну тут их богато. Встретит ли Марго хорошего мужчину? Кеша, скажи. Так. Влюбися, точно,
Христового короля. Будет он тебя любить. Будет у вас любовь. Глянь, любовь. Девятка – это любовь. Король полюбит тебя, его король с его любовью и твоя любовь. Хочу внуков. Людмила, отстань от детей своих. Хочешь внуков – возьми с детдома. Может, они не хотят детей. Мало ли, что ты хочешь. Ну, что ты хочешь? Я хочу внуков. А я хочу $1 000 000. Помиримся мы с мужем. Так. Нет, не помиритесь. Ругня. Любите вы друг друга, но вы ругаетесь. Не помиритесь пока. Типа иду на дорозе. Так, дарим эти пончики. Я что, буду бесплатно гадать, Людмила? Хоть розу подари. Может, дарила, конечно, я ее не заметила. Но я вам сразу говорю. Кто подарки не дает, того ведьма проклянет. Поедешь ты в дорогу, будет у тебя в дороге любовь. И заболеешь, может, понос будет. И встретишься с кем-то. Я встречу достойного мужчину, Аленка. Я встречу ли я достойного? Сейчас глянем, Аленка. Так, если донатить не будешь, то не встретишь. Давай, чем больше провидится Алоизи и донатов, тем вы больше будете. Встретишь, смотри. Король будет блондин с голубыми глазами. Но ты от него получишь якийся удар. Щось буде якісь перепони. Но потом все закончится хорошо. Так что смотри, встретишь мужчину, красивый, блондин, но получишь от него удар. Готовься. Чеодужая моя китюня. Сейчас глянем, что карта сказала. Чеодужая китюня. Ранняя дорожка. Разговоры. Ой. Ну, красная карта. Погано ничего не будет. Красная карта. Вы одужая. Когда я себе Бентли куплю, я где их насобираешь? Такие гадания, карты не значат. Ты скоро будем жить с мужем. Воссоединение, Юлия. Сейчас скажу. Ну, карты так и не скажут, чи скоро, чи не скоро. Вообще, что про твоего мужа? Сейчас мы все скажем про твоего мужа. Муж твой в казенном доме, чи в тюрьме, чи де. Получил письмо от тебя. Сидить десь хлопоче. В казенном доме, може на войне, може в тюрьме, може ще де. Ну, получаю він тільки письма, извещение. Ничего, встречи нема. Кажут так карты. Я не знаю. Может, вони брешут. Приятно смотреть. Дякую. И на тим спасибо. Розу подаю. Спасибо, Алайзи. Кто на дорогой подарунки, порчу на пану. Да. Кто подарки не дает, всех Алайзи я проклятой квасоли. Я останусь одна. Сейчас глянем. Мари. Ранняя дорожка в тебе якась. Любовь крестовая. Когось любишь. Удар через свою любовь. Буде в тебе удар. И сильно переживаешь. Буде в тебе якась любовь, удар, и будешь сильно переживать. Так, она в английском, я знаю ее. Чи выйду я замуж? Господи, вот у вас, женщины, вопрос цікавый. Чи выйду замуж? Лучше бы ты сказала, чи разбогатею, работай. Замуж. Спасибо за сердечки. Так, чи выйдешь замуж? Пока не выйдешь, якась болеешь. Болеешь через короля червового. Через разговоры его. Короче, обидел тебя король червовый. Недавно, ранняя дорожка. Его разговоры. Тебя обидели, болеешь сильно, он тебя обидел. Ну, а что делать вам замуж? Ага, делать нечего.
Чи вміти не вмію. На кольорову. Ну, якщо надо, я можу погадати. На кольорових олівцях. Це як? Якої раси буде у вас член следующий? Якого цвіта? Чи поїду на роботу? Я таке не гадаю. Якщо ви хочете на роботу за кордон, купили білет і поїхали. Щось жарко, треба відкрити. То було холодно. Ой, хорошо, свіжий воздушок пішов. На фломастер. Спасибо, Каті. Дякую. Каті за всіх отдувається, безсовісні. То був полумрак, тепер світло. Хустку змініть. Зміни собі голову. Чого ти покрасилась в красний цвіт? Чорті що, ти думаєш, так модно? От глянь, яка хустинка. Наділа і ходи. І гарно, і можна голову не мити. Я так завжди ходю. Як голова грязна, не хочу мить. Наділа і пішла. Платочок не треба носити. Де отак? Глаза кислі повитирати. Очки мухи позасирали. Та я быстро отошла через секунду. Шутишь? Не, я правду говорю всегда. Тетя, мотя. Я так же ж и все время хожу. Ну, вообще по улице. Еще песни співаю украинские. Да, хустинка багатофункціональна. Всі пісні ходю співаю. Іванко, ти Іванко, сорочка, вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Але з бабою. Дивіться в її чесні очі. Так. Де мої донати? 100 пончиків. Лайкам. Я прошлий ефір відключила. Представляєте, 60 було лайків. Тисяч. Взяла, нечайно відключила. Купила в українській крамниці. Та взагалі. Каті, ти за всіх віддулась. Бачите, як вам не стидно? Ви свині. Каті за вас віддувається. От чоловік. На мою тітю Наташу схоже. Мені погадай. Так, а що погадати? Ну, з вопрос задавайте. Катя, хорошо, Катя. Как погадати? Кеша. Каже, Кеша подрос чи ні, наче підріс. Аська, то хоче можна і не працювати. Поспівала весь. Комарка дзьобрика калина. Цвіт калину ламала. Цвіт калину ламала. Цвіт калину ламала. Ламала, ламала. Комарка дзьобрика ламала. У пучечки в'язала. У пучечки в'язала. В'язала, в'язала. Комарка дзьобрика в'язала. Танюха, привіт. Давай погадаю, кажи. Тебе персонально. На любов, чи вийдеш замуж, чи ти замужем, я не знаю. Женився старий дід, взяв бабу 40 літ. Знакома пісня. На TikTok. Так, буде ли Танюха популярна в TikTok'і? Продвинеться ли її канал? Кеша, скажи. При поздней дорожке по вечерам будешь играть. Раз свидание будет тебя зрителям. Благородные короли будут заходить. Богатые, ты бачишь? С деньгами. Но они будут дурачки. Ну то хорошо.
То, що умний ніхто багато денег на TikTok не дасть. Ні, ну як донатять, да. А щоб таку большу суму. Ну, я имею в виду, если дарят планшет там или что, то хорошо. Я имею в виду машину, если подарят, то кто? Разговоры будут у тебя. Короли, короли, одни короли с грошима. Дивись, ты бачишь? Короли с грошима прийдуть на твой канал. Такая красивая дама, и так себе испортить этим платком. Така красива хуйня. Мені кажеться, що я дуже в ній красива. Ну скажіть, чого це я себе порчу? Красоту нічим не спортиш. Спортила. Глаза собі повиколюйте. Як баба красила, отак. Подивись, хорошо? У Латугіна поїду. У вас второе имя Альберт, а у меня нема второго имени. Вот так. Ну, понимаешь, я вчера говорила за свой канал. Что, любимые мои женщины, вы надивились на глянцевые журналы, на отфотошопленных баб, и вы комплексуете, потому что вы думаете, что все такие. Я еще раз скажу, чтобы не комплексовать, я вам расскажу тайну. Берете самую фотографию, смотрите, вот есть такие фотографии, что вас сфоткали, и ты говоришь, ой, не-не-не-не, тільки оце не выставляй, не выставляй, я там страшна. Так вот, наоборот, говори, я всегда козу, уже лет 7. Выставляй ты, что хочешь. Берешь самую поганую фотографию, где ты хуже всего получилось. Это... И выставляешь ее в Facebook, в Одноклассники, в Instagram, везде. Раз в неделю. Ну, там фоткают тебя на застолье, где ты с ложкой там. Вот такая. Де ти встала, отака лохмата. І береш оцю фотографію, виставляєш людям на обозріння. Я вам що хочу сказати? Яка ви на оцих фотографіях, отака ви в житті. А не отих, що ви в себе виставляєте, фотошопите, де ви нарядні, де ви красиві. Я теж є красиві, я теж люблю робити селфі, як я накрасюсь красиво, я теж роблю. Но ви повинні і смотрети правді в глаза. Вы така в жизни, яка вы на самых страшных своих фотографиях. Баба Маруся. Гадани мені, як я тобі гадану на картах, як твоє ім'я? Я тобі і так скажу. Альона. Все природно красиво. Вот именно. Так що тепер, якщо жінка попала там в аварію, или згоріла в пожарі, у неї шрами, или там люди без ног, без рук, без груді. Що тепер їм? Не жить. Ви повинні всі приймати всіх, як вони є. І головне прийняти себе. Себе. Роздівайся наголо. Вставай возле зеркала и просто на себя смотри. Или делай, как я, ходи по дому голая, ну, как ты сама. И мимо зеркал проходь и смотри. Хороша чертовка, боже, яка талия, яка ты красивая. Ну, и шо, шо сиськи висят? Ну, и шо, шо растяжки на животе? Я рожала, я мать, я кормила до 2 лет. Зато у меня здоровый ребенок со здоровым иммунитетом. И поэтому у меня обвисшая грудь. Зато я дала своему ребенку здоровье. Ну и что, что у меня растяжки на животе? Зато я рожала. Я тоже не помечаю. Я не сама живу. Ну и что? Перед своими людьми ты не должна стесняться.
Я знаете, коли один раз поехала на море с одной бабой с работы, а она мне каже, ну, у меня ж на животе шрам от кесарева, прямо от пупка до лобка. А я одела бикини, она мне каже потом, а ты не стесняйся своего шрама. Я первый раз в жизни об этом задумалась, что, оказывается, люди стесняются своих шрамов. Я вообще об этом не задумывалась. Ну, есть шрам у меня и есть, ну и что? А у людей есть такая ноги нема. Так что им теперь, не ходить на пляж? Я не знаю. Я ездила на фейерверк, а там все поперекрывали, мы назад вернулись. Я вообще никого не стесняюсь. Как бобы. Вот так, бабушка. Га? Что ты балакаешь? Я не чую. Так кажи громче, что ты как... Не, как же она казала. Кажи громче, що в тебе наче не рота жопа. Що ти мямлиш, га? На вас присутствует нотка агрессии. Это класний канал. А що ви хотіли? Що ви хотіли, щоб все було хорошо? Должно присутствовать нотка чего-то. Да. Очень красивая, классная. Сказала правду про мужа. Да, хорошо. Так что могу еще погадать. Таня, ты поняла, что у тебя в ТикТоке будут богатые мужчины? Будут тебе донатить. Много. Ложка дегтя. Ага. Я не собираюсь. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. Ну, кому нравится, те смотрите. Кому не нравится, те не смотрите. И вообще, подписывайтесь на мой канал. Два человека подписалось. Дивляться и не подписываются. На ютубчик подписывайтесь. Мне интересный ютуб канал. Я этот эфир тоже туда загружу. Спасибо. Сейчас посмотрю, мне надо монетизацию включить, там отдельно включаешь. Сейчас немножко посижу, да пойду. Ой, я уже сделала, мне не нравится. Изменила имидж. Чё я изменила? Я его не меняла. У меня много видео, где я в таком платке. Спасибо, Катя, что лайкала. Спасибо, Катюша. Смотрите все мой YouTube. В YouTube очень тяжело, это долго так эти самые. Так долго. Ой, какой ветер. Страшные трусы позлетают. У меня трусы висят 2 дня. Трусы позлетают с балкона, буду собирать. Вот моя дочь. Увижусь ли я с Сергеем? Сейчас скажем вам. Увидите, если вы с Сергеем. Так, увидится ли смайлик с Сергеем? У тебя Сергей благородный король. Служа в армии. Чешо. Увидитесь. Нет, с ним рядом дама. Или ты, сейчас дальше что каждый скажет, это или ты, или друга в него якась дама. Свидание будет. Еще с одним, и еще один король.
Короче, карты кажут, что в тебе есть цей благородный король. Будет у тебя свидание. Ну, якось с другим королем. Наверное, увидись, оно у тебя будет другой король. Я женюсь. Не женюсь, я не женюсь, не женюсь. Так, медведь. Хлопочешь ты? Хлопочешь? И заболеешь. Пока не. Да, вчера посмотрите мое предыдущее видео. У меня там шаровая молния разорвалась, когда я вела трансляцию. Я веду трансляцию, шаровая молния. Шандарах. И прям меня вот так все осветило, и я упала. Посмотрите предпоследнее мое видео. Так, кто не подписался на меня, подписываемся. Не выделуемся. Спасибо. Спасибо. Дарим. Да, сейчас ветер сильный. Дарим все пончики. Пончики дарим. Не выделуемся. Заходим на мой YouTube. Подписывайтесь на мой YouTube. Давайте 100 пончиков, и я пошла. Я уже заморилась. Надо мне английский учить. Спасибо. Спасибо, Александра. Саша, спасибо. Спасибо. Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что сквозь поле звон. Давай вот, Герм, переверни. Наш тесный мирок ты сберегла. Ты сберегла. Песню будем петь сейчас. На английском языке. Надо учить язык. Я тоже все. Что за образ? Образ хороший. Верки сердечки, мама. Ага, похоже. With Lotomax, you can dream bigger than a beach house, bigger than a private island, because the next Lotomax jackpot is an estimated $50 million, plus an estimated 2 max millions. So why dream to the min when you can dream to the max? Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I be given. I sit and talk to God and cause language in my plans. My head speak a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got much life running through my veins, going to waste. Так, якийся Ерболат хоч. Hello. Good morning. Ой, привіт. Казахстан. Hello, how are you? Казахстан, не Казахстан. Казахстан, не, не Казахстан. Canada. I'm from Canada. Canada. Kazakhstan, Kazakhstan. Kazakhstan, Kazakhstan. No, Kazakhstan. I'm from Canada. Canada. Canadian woman. I just wanna feel real love, real the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Na na na. Ну, ну, как вас зовут? What is your name? Как звать?
Как вас зовут? Влюбился в меня, да? Казахша, казахша, есть казахша. Это у тебя такой? Тебя что, зуб золотой? Улыбнись, смайл. Покажи. Покажи зубы. Казахша, казахша. Казахша, есть казахша. Казахстан, Казахстан. Та він мені, наверное, звук отключив. Це ж він думає, що він звезда. Ти думаєш, що ти звезда? Да? Він мені отключив звук. Гля, 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 гля. Дівки, заігрує, забирай. Ти холостой чи ні? Гля, який. Еть, вуса які. Еть, яке. Казахстан, Казахстан. Та я бачу, ще й виключив звук. От. Так, що в мене 109 сердець, десь 110. Чому мені ніхто не дарить серця? Бистренько подарили серця. 109, було 110. Я падаю в рейтинги. Казахстан, Казахстан. Казахстан! Алло, га? Що ти кажеш? Що ти балакаєш? Га? Ну, тебе в баню. Мухи позасирали. Нічого не бачу. Гля, гарний хлопець. Синок, звідки ти будеш? Ти чий? Чиїх? Хто батьки? Отключився дебільний. Он кукурик. Казахстан, Казахстан. Казахстан, Казахстан. Вот ты ж бачиш, сейчас, сейчас. Good morning. Where are you from? Hello. Where are you from? Ну, що ти мовчиш? Ну, отакі дебілоїди. По-моєму, мужик, з которым я ходила на свидание, меня боится. Потому что я лучше его. Почему мужчины комплексуют, если женщина лучше него? Наоборот, гордись. Сейчас я нож возьму. У меня еще ананасик есть. И клубника есть. Може, може, он даже и смотрит. Ну и пусть смотрит. Я ни перед кем не собираюсь быть другой. Какая есть, такая есть. Не нравится — до свидания. Подстраиваться, быть другой. Что-то из себя строить я не буду. Я – это я. Я очень искренняя. Я очень всегда открытая. У меня нет за душой никаких камней. Может, я вредная. Я прямая и простая. Я такая с мужчинами. Хоть я там говорю, что деньги… Не, ну понятно, что я… Да, я так и думаю. Но я всегда открытая. Я хитрить. Знаете, это как учат. Будь хитрей. Будь там такой. Я не буду. Я что думала? Что подумала, то я и сказала. Я не собираюсь хитрить. Такое все. Да пугливе. Маємо, що маємо.
Я еще не ела. Я в Канаде ем всю зиму ананасы, клубнику и арбузы с Мексики. І тебе за що покохають? А не покохають, значить не покохають. Я сама себе кохаю. Тут теж є абрикоси. Едмонтон. Задулька. Спасибо, Зоя. Да, тут кавуны без кисточок. Их выводят без косточек. Угу. Спасибо. Привет. Я на Монреаль. Спасибо за подарки. Кто дарил? Аппетита, дорогая, я бы тоже съела кусочек. Берите, приходите ко мне на арбуз. Я его сама не съем. Но не все хотят мужчины простых женщин. Мужчины хотят, чтобы им брехали, чтобы ими крутили. Ну, тупые мужчины, умные, конечно, нет. Не каждый мужчина вытерпит возле себя женщину равноправного партнера. У всех мужчин в голове, у них еще больше больные головы намного, чем у женщин. Они не каждый вытерпит. Только сильный мужчина вытерпит возле себя женщину, равную ему. Кстати, в Канаде тоже очень вкусные кавуны. Не яки херсонские на особливе. В Мексике тоже хорошие. Украинские крамницы купила в Эдмонтоне. Поэтому не каждый мужчина такую женщину вытерпит. Я, например, к себе не буду терпеть якое неуважительное отношение. Я просто развернусь и уйду навсегда. Ну. Я лучше перетерплю, переболею. Но терпеть я ничего не буду. Це ананас. Нежно їла мексиканські в Україні, добріші ті, що сир. Ну, я вам кажу, я їла і херсонські, і їм мексиканські. Різниці нема. Не, ну, понятно, кавун дуже добрий, якщо його, він гарячий від сонця. Сриваєш, і він от свіженький, гарячий. Що це з нею? Прикинь, є жінки, які не стесняються себе в платку показати перед людьми. Не то, що ви отфотошопили. Ви стесняєтесь навіть свою морду показати в тіктокі, отфотошопленою навіть боїтесь. Так боїтесь чужого мнення. А я не боюсь. Наля, хто тонці, нехай вийду. Ага. Гляньте, тут кавуни без кісточок, і це прекрасно. Я такий муж дуже грубий їдою перебіг. Я б такого мужа послала нахуй і жила б одна щасливо. Може бути, я його терпіла, якщо б він мені давав багато грошей. Чесно. Ну, якщо б я його любила. Якщо б він мені сказав грубо. Галка, поїхали, машину тобі куплю. Міцубісі нову. Та не виділуйся. Яку хочеш. І картошку хочу, не пюре, а жарену. За ту машину. Я скажу, да, мілий, звісно.
Якщо б він грубо сказав: на тобі $1000, купи собі якусь спідницю. Не хочу борщу, хочу розсольнику. І на роботу, щоб не ходила більше. Чого це ти будеш робити? Що я тобі не зароблю? На тобі гроші, іди купи собі, що хочеш. Ти дивись, я борщу не хочу, хочу розсольник. Такого б грубого я терпіла б. Даже мінєт кожен день би діла. Я б казала, ну, якщо він драться тільки не буде. А каже, хай що хоче. Тільки гроші хай дає. Я б його даже ублажала б. Казав, да, да, любимый. Ну, я хочу работать. Нет! Я тобі вже другу машину в этом году купив. Все тобі даю. Ніякої роботи. Сиди, готов. Басейн хороший, ходи. Не ходи у той дешевий. Ходи, де хороша дорожка плавательна. І візьми собі хорошого учителя. Не самого дешевого. Хай научить тебе технікам плавання. Я все оплачу. На шугарінг ходи. Вообще лазер на тобі. Я тобі казав, не надо шугарі. На тобі лазер і удали всі волоси навсегда. То, що мені нравиться гладеньке. Нічого. Бриться ото. Такого грубого можна терпіти. А я що терплю, як надоело. Я не знаю, чого ви терпите. І на, я ж кажу, якщо він грубий, але багатий, можна потерпіти. Але якщо він бідний, грубий, ти з ним напополам це робиш, я б, та пішов ти нахер. Всі кажуть, твоя мама терпе, моя мама терпе, мого папи, звініть, пенсія хороша шахтерська. Він курочка, яка несе золоті яєчка. І мама собі ні в чому не відказує. Поэтому мама його терпить. И папа у нас все делает руками по дому, хоть он в инвалидной коляске. Угу. Ну а что вы думали? Я не понимаю, зачем терпеть. Не, ну если деньги дают, ладно, можно потерпеть. Но опять же, если он вам дает деньги и не разрешает никуда ходить, ни в спортзал, ни в бассейн, ни там, ни с подружками не пускает, то нахер надо. Ну, если вы просто закрыты и взаперти с деньгами, нет. Лучше я буду без денег, но одна. У каждого своя цена. Но я имею в виду, если он не будет оскорблять и бить. А что грубый? Ну и что? Мужчину можно терпеть. Это ж заводит. Ну вот уж. А моего папы еще больше. Поэтому мама его обхаживает. Моя мама тоже распоряжается папиной пенсией. Він даже не знает, как снимать гроши. А там понаписывала. Боже, на что такой муж, ага? Папа мне ни разу маму дура не назвал за всю жизнь. За 50 лет совместной жизни. Да, він такой, ну как у нас, грубоватый. От него он никогда не говорит нежных слов. Він мені, він казав нежные слова только когда я была маленькая. Ну, я помню, что він казав, дочечка моя, обнимав таке. Потом уже лет после 10 він мені так уже не казав, і я не чула, щоб і мамі таке казав. Крайній батл за нами. Я відходжу. Ти хочеш в батл, Тетяна? Давай. Приглашай.
Ни один мужчина мой меня не обозвал. А может, если он обозвал, то это был последний день, когда его видела. Мне я прожила замужем, мне ни разу муж не обозвал. Ну, он, может, сказал один раз, сука. Ну, там в пылу ссоры. Но я на него сказала в 10 раз хуже. Меня при детях. Боже, у меня папа никогда в жизни, мама, я начула. Уже він, конечно, оскорблял десь там. Но я не слышала, чтобы он кричал и оскорблял. Такого я не слышала у себя в семье. И меня никогда муж не оскорблял. Никогда. Такого не знаю. Когда домой, никогда я дома. А чего в платке? Хочется. Угу. Так, лайкаем трансляцию, дарим пончики. Холодно, холодно. Спасибо, Инг, спасибо. Дякую. Сейчас вот этот еще кусочек зимку с мендек. Мама говорит, пусть спит корешки на улице. Ну да. У нас арбузы продают круглый год. В Мексике всегда лето. Я всю зиму ем арбузы, клубнику, малину. Без косточек. Я так и думал, Бемундарт, какой Бемундарт, я так и не знаю город. Сейчас, секунду. Я загружаю видео. Видео в YouTube загружаю. Мне надо не пропустить, включить монетизацию. А то у меня первые полчаса много просмотров, а я сейчас не включу монетизацию. Все. И все прошло. Тобі пиндики та миндики. І моя бабушка так казала. Все тобі пиндики, миндики. Точно. Да-да-да-да-да. І мама. Що таке не загружається відео у мене? 40%. Боже, прям сутки обіді ням-ням. Люблю арбузи. Там цукру багато. У мене завжди на арбузи понос. Я зараз поїм і схожу в туалет. Вони мене слабять. Я знаю, что багато. Ну а что делать? Сегодня неделя. У меня неделя чикмил. В четверг у меня разгрузочные дни. А батл? Так предлагайте батл. У меня вообще гуляет как хочет. Анна, ты какая жертва. Если б меня, от меня муж гулял... Я бы этого не потерпела ни за какие деньги. Даже за миллионы. Я бы, может быть, бы потерпела, если бы он не купил отдельную квартиру, полностью меня обеспечивал и не лез в мою жизнь. Тогда бы я терпела. И у меня бы тоже были мужчины. Просто, ну как, он бы меня содержал. Объедаюсь лососем. Я не працюю в ресторане, я объедаюсь лососем каждый день. Привет. Аннет, а на что ты его терпишь? Вот сама себе скажи, ради чего? Ты жертва? Ахустка, да не, Ирина, я так хожу по улице. Блять, что это прикол? Нет, я поменяла веру. Я теперь адвентист сьомого дня. Вчера ходила, у них не кажуть, одевай платок. Какие тут колонны без костей?
Класс? Ну класс же, вообще на макостей. Боже, какие люди. Катя, спасибо тебе большое. Обзывает, гуляет. Боже, че вы чокнуте, бабы, бабы. Где прапор? Який? Коли котика. Ой, не... Мама сьогодні сказала, хай вони повиздихають. Зараз мама ще буде провожати на в аеропорт і подивиться, скільки заплатять за них за білет. Мамі там треба дочці сказати, щоб успокоїтельне. Кеша, он Кеша лежит. Спасибо. Я тоже 25-го. Я 10-го. А 25-го, а я 10-го. Спасибо. Спасибо. Кто еще не подписался? Кстати, я вот это на эфирах. Трындю, трындю. Подписывайтесь на YouTube. 3 человека подпишутся. Сегодня утром стою, 10 человек подписалось сами. Нет, не было еще утро, я пойду после. Ой, я его ем, 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 ем. Вот. Очки какой фирмы? Не знаю, я купила тут в Канаде. Якийся жен... Hello! Алла, Нига. День начинает, да? Hello! How are you? У него минал перед так же бывало раз уж, брат. Я с такими не хочу разговаривать. Они даже не разговаривают. Они очень не здороваются. Приветик. Привет, дедушка. На шо вам знімати хустку? Що я некрасива? Дуже красива. По-моєму, дуже гарно мені хустки. Ой, Боже. Тисяча 315 людей. Подписалась. Ніхто не хоче підписуватися, Боже мой. Спасибо, Маша. Спасибо, Маша. Прихорізка, молодець. Дякую. Свині, да, вообще. Что-то Гали моей нету подписчицы, которая на Гавайях жила. Спасибо, Маша. О, уже 53 тысячи десиськи показала. Видео. Ще раз покажи, я не бачив. Щас. Щас прям. Покажу. О, Маша, це ти щось прислала мені? А, торнадо. Нічого собі. Я теж, гляньте, Маша прислала торнадо. У них було. Обалдеть. А ты помести себя в ТикТок его.
Гляньте. Это у вас такое, у вас ужас. Вот это да. У меня вчера шаровая молния шандарахнула. Спасибо, Маша. Я испугалась. Я в прошлом году видела такое. Покажу. Еще раз покажу. За $100 на PayPal. У меня есть PayPal. Кто хочет, может задать. $100 пришли, я тебе покажу грудь. Прям подниму футболку. Як схожі на бабку гадаю. Я вже гадала сьогодні. Я думала, машина влетит. Ужас. Так, что там, дочка? Малая говорит, что пылесосы не будет тащить. Что еще взять маленькая? Сейчас я ей позвоню. Привет, Кайна, привет. Уже. Алло. Привет. Алло. Привет. А ты что маленькая? Ты мои забрала эти тоники для покраски? Да. Это, что бабушка роба? Ложить. Ты в прямом эфире. Передай привет зрителям. Зрителям привет и побольше донатиков кидайте, как всегда. И тебе привет передаю тоже. Это, ты мою Спанч Боба и крокодила возьми. Я тебя сейчас это съем. Что? Я возьму сумку с собой маленькую, они туда не поместятся. Так у тебя 20 килограмм этих багажа. Ну я и не буду брать прям 40 килограмм, я его не утащу. Ну возьми. Понимаешь? Мои тетрадки, видеокассеты. Тетрадки взяла. Видеокассеты, они пропали куда-то. Я вон их искала, не могу вообще найти. Ну, крокодила моего возьми. Крокодил не поместится. Давай что-то маленькое. Спанч Боба. Спанч Боб тоже большой. Да ты вообще деловая. Что ты мне привезешь тогда? Ничего. В смысле ничего? Мне Спанч Боб твой, я не знаю, поместится. Хотя, я не знаю, может, Спанч Боб поместится. Если не поместится, что маленькое взять? Крокодила и Спанч Боба. Крокодил точно нет, он твердый. Медали. Сумка маленькая. Медали. О, мои. Медали. Ты про них просто не напомнила. Давай, шо ще? Крокодила. По жопе. Привезу по жопе. А, это возьми эту вот мою штуку, что в носу волосы это выбривать. Поищу. Она где-то я ей пачила. И смотри, забери с собой обязательно мою карточку кредитную. Она вот та, что там 150 тысяч. А то она где-то валяется. Обязательно. Она у меня в рюкзаке лежит. Валяется. Я ее уже себе присвоила. Да сейчас. Деловая. То я... Там же, слышишь, я кажу, бабушка, там же ты будешь в аэропорту платить за котов. Бабушка не бачила сколько. Там очень большая сумма, наверное, будет. Вот этой картой расплатись. Потому что если бабушка побачит, какая там сумма, она сразу ей надо лекарства давать. Она их съест. С переноской заберет их себе, съест. Она и скажет, я их лучше втоплю в той переноске. Конечно. Да. Я кажу, баба, что ты делаешь, мама? Она каже, лежу, я не можу. Як ви в квартирі? І лежу. На базар сходила, я не можу. Топ я вже на город, топ я вже туди, топ я вже сюди. А я лежу і лежу, і лежу на четвертому этажу. Ти схуски. Хороший стих. Тетрадь взяла, краску взяла, зараз медалі і твій триммер візьму. Хотіла спросити, в багаже...
Не могу найти информацию. Можно проносить? Ну, можно, да. Только не спиртные. Только не спиртные. А? Ну, мне кажется, там... Ну, жидкость у меня там глицерин в составе. Туда, там, наверное, нельзя в багаже. Надо в ручной кладе. Я вообще очень хочу, чтобы ты привезла моего крокодила. По жопе. Ну ты знаешь, что я крокодила очень люблю. Это моя детская игрушка. И он с этого. Так что ж ты его не забрала с собой? Деловая. Ну, у меня не было багажа. Ты с багажом летишь. Я тебе оплатила багаж. У меня багаж маленький. Я его буду брать не весь. Ну, чтоб хрен утащу его потом. В багаж ручную нельзя жидкость, он пишет мне. В смысле, в ручную кладь нельзя жидкость? Ручную, да. А в это... А я читаю в интернете, в ручную можно взять жидкость не более 100 миллилитров. Я не знаю. Ой, ну если, короче, бери, но будь готова, что могут все выкинуть. По жопе я им выкину. Возьми мне капли в уши. 400 рублей. Купи мне капли в уши. А есть у меня, я их покупала. Для этого. Антипакс твой. Это, и в носу, что волосы. Я смотрю, у меня это, как ноче волосы в носу. У меня надо их, это, сделать. А ты их это, пинцетом. Да больно. Потерпи. А? Терпи. Ну вот что оно это там весит? Оно вообще ничего. Это спросить хотела. А ты когда в торговых центрах была, ты там вейп-магазины видела? Да, здесь есть вейпы. А ты что, куришь вейп? Ой, замечательно, замечательно. Что есть, можно будет... А ты что, куришь вот эту трубку? Конечно, а ты что, не знала? Я ж при тебе курила. Да я не знала. А ты при бабушке куришь? Да. А что она кажет? Да ей все равно уже. Как будто она тебе не что-то казала, когда ты курила. Я при бабушке никогда не курила, стеснялась. Ты давай, шо? Стеснялась. Да я тебе говорю. Я прям сажу напротив нее, прям напротив нее курю. Ну ты ж не куришь эту херню куришь, вейп чи шо оно? Ну вейп курю. Оно вредное вообще. Сигареты вреднее. Ой, докурися, діти будуть зелені. А, ну я ж не зеленая у тебя родилась. Ну ладно. Все нормально. А бабушка еще... Хорошо, все есть. Я думала, немає. А бабушка еще это не спит? Не спит. А что она роба? Дивиться этот YouTube. А, может она TikTok смотрит? Да не смотрит. Ютуб дается. Ютуб. Что она до котов? Не швыряя их? Да не. Я ей кажу, что там коты? Она каже, ничего не кажи мне. Я не могу. Не знаю. Наша бабушка не любит животных, да? Угу. Каже, я их за... Не люблю и не люблю. Она каже, я их за хвісту в фірточку. Ну, не любить она животных. Слышишь, а они заходят в клетку? По одному заходят, вдвоем нет. А как ты думаешь, если им вдвоем там сильно тесно будет, чи нет? Ну, тесновато. А ты там пшикаешь? Не прям, что... А ты пшикаешь спреем? Да. Они как на него действуют, на них оцей спрей? Никак, вообще никак. Может, я думаю, правда ветеринара спросить, якось успокоительное ему? Да не надо, у меня он есть этот, успокоительное, чтоб кушать, то же самое, стоп стресс. А. Кушать им, я им на это налываю, они слизывают. Ну ладно. Вроде как успокаиваются. Возьми на первое время Кузькину эту пасту. Она дорогая, тут очень... Ну, Она уже кончилась, все. От рыгания, от шерсти. Ну ладно. Он рыгает, потому
потому что его закармливали раньше. Сейчас я его один пакетик, один, как получается, один пакетик делю на завтрак и ужин. Он не рыгает. Потому что он жрет много, поэтому и выблевывает все это. А Умка что такая толстая? Потому что она пожрать любит. Что ей отказывать буду. Она приходит на кухню и так на меня смотрит, как будто я ее реально не кормлю. Она не рыгает, если переест? Да я стараюсь, чтобы она не переедала. Конечно, она рыгать будет, если переест. Ну, понятно. Я стараюсь не раскармливать. Ну, а у них как настроение? Не знаю. Мне кажется, они чувствуют, что сейчас уже все, сейчас им капец будет. Слышишь, а ты завтра вот этот пойдешь в ветнадзор, ты ж там все прочитала, что надо сделать, мне ничего тебе не надо контролировать. Так они мне сказали, надо взять с собой документы кошачьи. Ага. И номер рейса, и все. А вот это вот, чтобы глистование, там она сама тебе даст? Чтоб... Я спросила, там гельминтная обработка, она говорит, сделаем, если надо будет. Угу. Не знаю, даже если гельминтная, можно там это, можно ее, можно даже и не рабыть. Ну спросишь у ветеринара, скажи, потому что летят в Канаду, чтоб правильно, как правильно. Потому что там, по-моему, они понятно. Наклеивают в это, куда-то наклеивают вот это, что от глистов обработано, поняла? Может, справку дадут, что обработано? Не, они там вот это от этого лекарства берут, куда-то вклеивают вот эту фигню. Ну, она шведпаспорт вклеивают. Ой, переживай. А ты две шлейки купила? Да, две шлейки. Надо надеть. Кузя не дается, он рычит. Ну, как-нибудь надо одеть. Слышишь, это, они отстегиваются веревки от шлеек? Да. Ой, ну хорошо, просто пусть они будут все время шлейкой. Да я боюсь, что сейчас передавят им шлейка. Ну а что, ты одевала шлейку на Умку, не сильно она давит ей? Не сильно, если это... Да она не сильно давит. Ну вот. Просто она так стоит, как будто там реально ее зачаровали в этой шлейке. Кузя вот вообще, я ему пыталась, я уже и перчатку надевала, он кусается, орет. Вообще не дают, рычит. Ну, бабушка поддержит, оденете перчатки, бабушка пусть поддержит и оденете. Ладно, посмотрим, попробуем. Вот, не знаю, я думаю, они ее в процессе, в полете снимут, шлейки эти, им надеть. Да, я думаю, не надо им надевать. Ну, в аэропорту их будут досматривать, скажут, достаньте кота. Держать будем их. Что, они не помогут подержать котов? Одного достанут, а если потом второго. Ну, они, у них такое требование, потому что они боятся, чтобы животные не убежали. Понятно, в общем. Ты можешь, когда в аэропорту их досмотрят, ты можешь туда руки засунуть в клетку и поснимать им эти шлейки. Просто в аэропорту бывают, что их досматривают и заставляют вытягивать из клетки. А если они без шлеек будут, ты можешь Кузю не вытащить. Он просто тебя искусает, может впиться в тебя. Понимаешь, он же дикий, я боюсь. И в аэропорту убежит, представь. Он погибнет там. Ну а зачем ему шлейка? Ну потому что ты будешь его держать, чтобы он не убежал. За шлейку? Конечно. Ты думаешь, я его не удержу за штырняк? Ой, господи, продумаешь. Я просто не знаю, я боюсь, что передавят им эти шлейки, и все. Бабушка пишет, будет дуже рада держать Кузю. Бабушка, если б ей дай волю, вона б их утопила в ванной. Перед полетом, да, дочь? На улицу. Она б их выпустила на улицу, и все. Возьми с собой. Я не знаю просто там, как он будет реагировать. Скажет ветеринар, понимаешь, скажет ветеринар, я хочу его досмотреть. Как ты его будешь держать, если он будет царапать? Понимаешь, если он будет в шлейке, он не убежит. Так поводок же нужен.
Там просто поводок на шлейку, он цепляется. Он Ну цепляется и вот, цепляется. вот прицепишь, а потом, когда ветеринар досмотрит, уже можно, уже их никто не будет смотреть до самой Канады. Ты можешь эти шлейки им поснимать перед тем, как в багаж их сдать, и все. А, один раз пусть осмотрит, Да, да? один раз, главное в аэропорту, потому что вот тебе надо их достать, положить на стол, доктор их осмотрит, чтобы у них не было блох, клещей, уши. Он их все осмотрит, а потом, когда понимаешь, он может убежать. Так лучше А для я док... поняла, что А может. потом, когда... Такой же он ветеринарке, он адекватно себя ведет вроде. Хрен он Не их. вел себя, не царапался, ничего. А что, я думаю, что их не в кабинете разве будут рассматривать? Я не знаю. Понятно. Ну ладно, давай. Ну давай. Счастливо. Давай, пока, я Поцелуй быстро. бабушку, поцелуй и моих котов. Обязательно. Только коты мои. Нет, Чё это они твои, это мои. мои. Ладно, давай. Все, они на мое имя зарегистрированы. Счастливо. А подожди, подожди минуту еще. А вот эти вот профили в этих, на Animal Face, надо ксерокопии профили Да делать? сделай все на всякий случай. Вообще поделай все ксерокопии. Ты знаешь, сколько стоит она, если Ой, ну я тебе ксерокопия? дам денег. Сколько? 10 рублей? Каких 200 рублей? Там я отдала 200 рублей за ксерокопию всех документов. Ну ничего страшного, я тебе скину еще. Ну, Сколько? скинь 500 рублей. Ладно, давай. Потому что сейчас повторную ксерокопию я ж только по одной сделала. А сейчас еще и этот. Ага. Ну, 4 числа, нет, 3 числа или 4 пойдем сделаем и вот этой справки с ТББЖ. Ага. Все взробом. Все, 500 рублей. Окей. Так, Давай. давай, по жопе. Ну, сейчас трансляцию проведу и скину. Все, давай, Не пока. забудь. Какие рубли? Обычные российские рубли. Что, не знаете, что такое рубли? Кто хочет, может задонатить мне на российскую карту. Котам на ксерокопии. Командир. Ну да, она у меня такая командирша. Но она очень ответственная у меня, такая, как я. Мы с ней одинаковые. Ты в своем уме? О чем меня в уме? В смысле? Для тебя удивительно, что люди живут в России? Ну, у кого есть? При чем тут в своем уме? Живыми люди. У меня дочка живет в России, едет в Канаду. И что теперь? Не хочет жить в России. И я не хочу. Откуда она летит? Боже. Откуда она летит? Она летит из Москвы. Алла, вы бы замуж за мусульманина давали, чтобы прям так, ну, да. Нет, я бы не вышла замуж за мусульманина. Я слишком для этого свободна. Мусульмане, если он мусульманин, он не примет меня, а я его. Крутой, крутой такой был. Алло, что ты хоть захотела? Вышла бы, брешешь давно уже. Тю. Так, кто на эфир? Хоть попробую. Я пробовала. Я пробовала в этой жизни все. И всех. Мне 44 года. Я 12 лет живу одна. Есть хорошие аллы. Анет. На пасаран. Хорошие, плохие. Выходь замуж, меняй. Мне это не надо. Нет, по Украине я не скучаю. Я там не живу уже 9 лет. И абсолютно не скучаю. Кроме нищеты я там ничего не видела.
Мне скучать там незачем. Украина – это я. Вот я свой генетический фонд лучше спасу. И так будет наш род жить дальше. Привет, я. Не, ну тут же ж много людей пишут из Грузии, из Казахстана. Плохо пишут. Боже, Анет, мы дуже раді, що ти в браке одна жена. Очень прям поздравляю тебя. Прям достижение. Прям достижение, що ти одна жена. Лучше б ти сказала, що у тебя два высших образования, що ти сама утвердилась, що ти куда-то уехала, выучила язык. А у них оце мусиль. Я у мужа одна жена. Блять. Такое прям, я не знаю, первобытный век. Купила в украинской крамнице. Привет, Донецка, я тебя обожаю, оптимистка. Спасибо. А есть кто-нибудь с Луганска смотрит? Напишите мне, пожалуйста. Кто-нибудь смотрит меня с Луганска? Ничего, что я лыжу. Да. А с Белореченки? Вам идет. Спасибо. Ты как бака с Дунькой, может быть, точно похожа на бабушку. Ты супер. Спасибо. Лыжи. Я с Луганска. Спасибо, Илошка. Да, Луганск. А с моей Белореченки есть кто-то? Да, с юбилейно. О, привет, юбилейный. Привет. Сколько у вас сейчас времени? У нас 12:40. Ну, уехала давно. Година клининга от 20 до 35 в час. В Измаиле, Одесского, 18 живых. Спасибо. Спасибо, Катюша. Спасибо. Спасибо за розочки. Спасибо вам большое, девочки. Никто никогда мне не подарит 100, что я заказала. Вот 100 пончиков хочу. Никто не дарит. Свиньи и все. Вы мне нравитесь. Спасибо. Луганску привет. Привет, Луганск. Привет, Антрацит. Привет, поселок Юбилейный. Привет. Привет, Луганск. Анет. Иди в сраку. Ахтырка, привет. Здравствуйте, я на тебя подписан. Обожаю тебя. Спасибо. Привет, Житомир. Житомир, привет. Привет, Житомир. Боже, я сегодня утром психовала, знаете чего? У них, видно, приходит чи племянник, чи кто. Я в 7 утра проснулась, а то, что дитина плыгает со всей силы. Вот опять, слышите? Я стукала им шваброй в это, в потолок, они нихера. Я, наверное, пойду жаловаться. Потому что это невыносимо. В воскресенье утром вот это вот начинается то, что он что-то кидает о пол, что-то плыгает, кидает. Это ужас. Да, привет, Алла, я тебя не узнала с Херсона. Пончики сам за... Пончики все дарим. Да это их, видно, племянник, потому что обычно дни их нету. Напиши им под дверь письмо. Я лендлорду. Я пойду скажу хозяину дома. Хочется, чтобы вы когда-нибудь вернули. Ну, если вам хочется, возвращайтесь. А ты меня будешь там кормить? Ну, тебе хочется, чтобы я вернулась в Украину. Ну, мало что тебе хочется. Псец. Я буду делать то, что мне хочется. Такие люди чудные. Бахмута, привет. Слышите, как бегает дитина? Вот это с 7 утра как началось. Да ужас, я проснулась. Я в понедельник пойду к этому, к хозяину дома. Это невыносимо. Надо еще видео снять, ну, по звуку. У меня плохой английский. Я не знаю, как сказать. Слышите? И вот цеп часами у них по субботам и воскресеньям. У них нету ребенка.
потому что я бы слышала. Ну, у них вот это... Может, конечно, он у них в садике допоздна, что я не слышу вечером. Вчера вот это целый день и сегодня целый день. Я еще вчера говорила, я терпеливая, я это, ну, мне все равно, что там бахкает. Ну, просто когда ты просыпаешься в 7 утра, и вот это постоянно вот это бах, бах. Куда наряд? Так, хтось мене приглашає в трансфер. Алло. Алло. Там цей звук? Ні, не хочу такий звук. У мене голова болить. I'm sorry. You can please take care of him. А что такое grandchild? This two. Ну, это, наверное, мешает мне. Can you please take care of him? Care of him. I'm sorry. Ну, слушайте, вот это вот целое воскресенье, это невыносимо слушать. Так я стучу в потолок, ни хера. Не, ну вот как они тоже, вот люди, понимают, это многоквартирный дом, почему они не говорят ребенку, чтоб не бегал? Я шваброй стучу. Пиздец. У меня уже просто болит голова. Вот это в 7 утра, с 7 до 10, вот это. Она, видно, ходила с ним гулять. С 7 до 10 вот это такое было. Потом он что-то кидал. И он бегал, и бегал, и бегал. Слышите? Вот сейчас, пока буду трансляцию вести, он будет бегать. Ой. Говорит, судите, нельзя что-то запрещать. Делать замечания. Ну, наверное, нельзя, но просто их попросят съехать и все. Пусть покупают свой дом и не делают замечания. Привет, бабушка, привет, 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 внучата. Ладно, пішла я. Не донатите мені пончики. Сейчас монтирую видео. Я не могу, я не можу, мене раздражає. Сейчас наушники одену, буду музыку слушать, потому что вот это губ-губ, як по голове. Конечно, работаю, работаю, я завтра работаю. Все. Всем пока, всем спасибо за донаты. С вами была ваша Бабала.